Всем привет! С вами я, Алиса, и к огромному сожалению, видео на моем канале не было целых 3 недели, и они пролетели так быстро, но сейчас я готова обрадовать вас своим новым видосом. И тут у меня новая посылка из Америки с куклами Monster High и Eva of the High. Еще в этой коробочке лежат маленькие друзья монстряшек. Кто же это будет, вы узнаете совсем скоро. А сейчас откроем посылку вместе с вами и посмотрим ее содержимое. Мы берем резак в руки и режем аккуратно. Вот мы уже почти открыли. Сейчас чуть-чуть. Сразу уже вижу некоторых куколок. Правда, пока я не могу понять, что это за коллекция. Так, и мы начнем. О, это же плейсет Астра новый. Это, кстати, новый персонаж в школе Monster High. И появился этот персонаж в мультфильме Буйорк Буйорк, который выйдет уже скоро, в 2015 году, в конце. И коробка довольно большая, и она занимает треть посылки. На коробке есть надписи, что это летательная станция, то есть Flotation Station. Чуть ниже Staring Astronova, Daughter of the Comet Aliens. То есть в переводе, как в главных ролях, Астронова, дочь кометных пришельцев. Тело у куколки, у нашего персонажа, довольно детализированное, и хотелось бы поскорее посмотреть, как работает этот сет, как все устроено. В общем, просто не терпится открыть и рассказать вам об этом. Мы смотрим дальше, продолжаем. У нас коробочка довольно большая и содержимое. И тут очень много кукол, что даже не знаю, с чего начать. Так, рядом с плейсетом со Страновой затесались такие вот две цветочницы из серии Gloom and Bloom. Это Клео Денил и Дженнифер Лонг. Довольно эксклюзивные куколки серии Gloom and Bloom, посвящен в эпизод Monster High, в котором рассказывается о вечеринке, организованной в честь цветения трупного цветка, который распускается раз в 1300 лет. В этой серии куклам прилагаются садовые аксессуары, грабли и лопата, горшок с цветочком и сумочка. Продолжаем смотреть, что еще тут есть. И тут у нас две куколки из серии Fantastic Fitness, довольно интересные. Вот это Катрин Демяу, кошечка, и Венера Макфлай Трап. Раньше эта серия именовалась как Monster Fitness, но в последний момент она просто поменяла свое название. Куклам этой серии прилагаются спортивные аксессуары, Катрин прилагается две гантельки, а к Венере эспандер. Куклы настолько бюджетные, что им даже обуви не одели. Видимо, на занятиях им она не требуется. А вы не заметили, что в этой серии у меня кого-то не хватает? Но кого же? Стоп! Не торопитесь писать в комментарии. Скажу вам, что тут не хватает Лагуны Блю. Походу, она так увлеклась фитнесом, что совсем забыла про нас. А тут у нас куколки из бюджетной серии Gorgeous Accessories, только они уже с обувью. Немного удивительно, что в эту серию вошло только две куклы на данный момент. Обычно Mattel выпускает сразу по 3 куклы, а тут 2. В общем, эта серия посвящена сумочкам, и ее заводское название было раньше «Я люблю сумочки». Поэтому каждой монстряшке прилагается 2 сумки. Так, минутку, кто это там большой такой? Ой-ой-ой, это же Глюб Джиллингтон, она такая огромная, прям глаза разбегаются вообще. О, мурашки по телу, ее рост составляет 43 сантиметра. Вот я недавно смотрела фотографии, ну и вроде так не скажешь, что она прям такая большая на фотках. Но знаете, вот когда смотришь в реальности на нее, то ощущение совсем другое и просто дух захватывает. Вы просто посмотрите на эту голову, на размер ее ноги. Это вообще просто бомба какая-то. Вот сейчас я просто разглядываю куколку и не могу на нее наглядеться. Ну, такая красивая, просто слов нет. А еще у куклы большое количество шарниров, чем у обычных кукол. И мы это рассмотрим в следующем видео.
Я видела еще на фотографиях, что у Гулиопа есть еще грудной шарнир. В общем, это очень интересная кукла, и лично меня и моих родителей она обрадовала и просто, не знаю, вызвала хорошее мнение какое-то. Кстати, Mattel продолжает нас удивлять такими куколками-гигантами. И скоро появятся в продаже три большие куколки базовые, именно Клодин, Фрэнки и Дракулаура. И такая же огромная деряшка базовая Мэдалин Хаттер. Вот только интересно, почему же именно она, а не Apple или Raven, например? В общем, это какая-то остается загадка. Ага, кто же тут у нас внизу? Это три сладенькие куколки из серии Sugar Coated. Это Holly O'Hare, пока я ее только достала, Мэдалин Хаттер. И сейчас найду еще вот кедр или сидр вуд. Сейчас я их поставлю сюда на столик и покажу, потому что немного трудно держать всех трех кукол. Там уже они довольно огромные. Так, все, вот стоят. Коллекция посвящена классу кулинарии и приготовлению различных сладостей. Здесь есть сидр или кедр, Холли О'Хейр, Мэдалин Хаттер. Девочки в этой серии в фарточках. Холли, например, вот тут с варежкой, а остальные держат в левой руке кухонные принадлежности. Также к каждой куколке прилагается свой тортик. Вот он. Кстати, в серию еще входит Джинджер с сетом. Ну, о них уже позже. Так, о, я вижу, ура! К нам пришла Розабелла Бьюти. Это пятая куколка из новинок базовых. Она такая вся золотая, очень такая крутая. Мы ее все очень ждали. Она дочь красавицы и чудовища. Также она является отступницей и кузиной Брайер Бьюти. Поэтому в ее наряде сочетаются шипы и розы. Красивый аутфит. Такая золотая девчонка довольно. Так, а теперь у нас пошли сюрпризы, я смотрю. Как я и говорила вам в начале видео, что в посылке есть маленькие друзьяшки-монстряшек. И, конечно же, это их милые питомцы. Первый, кого я достану, это будет питомец Ребекки Стим. Ее пингвинчик Капитан Пенни. Я вижу у него отверстие в животике, и я знаю, что туда можно класть записки, которые, вероятно, лежат в сумочке. Еще у него есть ранец на спине, и туда также можно поместить бумажную ленту. Смотрим далее, и тут у нас... Посмотрим, что? Прям посылочка бездомная. Или бездонная. В общем, тут у нас питомец Чулиан. Это питомец Венеры Макфлайтрап, то есть Венерина Мухоловка. Мухоловка. Как я понимаю, что когда засунешь ему бумажку в рот и покрутишь что-то сзади, то он проглотит эту бумажку, а потом можно достать листок. А потом можно достать листок, только если вынуть Чулина из горшка. Это я просто смеялась, потому что у меня тут стоят режиссеры и меня смешат. Вот. По крайней мере, нам так сообщает вот эта вот инструкция, которая сзади находится. Продолжаем. Так, сейчас поставлю, а то вы не видите. Они спрятались тут за девчонками. Это у нас питомец Граф Великолепный. Питомец Дракулауры. Как же его звать-то? Count Fabulous. У него есть маркер, и когда им напишешь на листочке, то не видишь текста. Но можно посветить фонариком на теле, и так вы сможете прочитать текст, который вы написали. Это все о графе великолепном. И тут у нас питомец Твайлы или Твилы, кто как у нас говорит. И его зовут Дастин. У него, как у жирафа, вытягивается голова с помощью вот этой штучки, напоминающей то ли кость, то ли свисток, или то ли свиток. В общем, тут есть еще бумажка, и можно потянуть его за хвост, вот этот Дастина, и он начнет дергаться. И мы также не остались равнодушны к плюшевой зверюшке Клодин Вульф, и не оставили его валяться где-то в Америке на складах или в магазине. Мы забрали его себе. Ну разве не нёшко? А тут нам положили в подарок такое вот эксклюзивное ведерко из Макдональдса. Эксклюзив. Клодин Вульф, тут изображение, разные сердечки, подтеки и Клодин, и герб Monster High.
Вот, это даже непонятно для чего. Наверное, для головы вот так вот украшает. Ой. Или для мороженого туда сыпать. Вот такая вот я модница буду ходить на пляже так. Красиво, чего? Фиолетовый не идет, говорят. Посылочка на этом не закончена. И я думаю, что тут осталось самое интересное. Сечете, ребята, о чем я? Итак, смотрим. Тут прибыли целых 3 куколки для вас. Готовьтесь, скоро эти красоточки достанутся кому-то из вас. И первая куколка – это довольно необычная монстряшка Кийоми Хантерли из серии Haunted. Монстряшка интересна тем, что у нее не молдированы глаза. У нее есть лишь углубление ресниц. У Кийоми очень гладкие и приятные на ощупь волосы. Я считаю, что Mattel придумал довольно интересный образ, и думаю, у победителя эта куколка займет почетное место в коллекции. Далее у нас веркошечка Торелли Страйп из серии Freaky Field Trip. Она очень похожа на базовую Торелли, которая считается довольно эксклюзивной и дорогой куколкой. Правда, в этой серии ей добавили бирюзовую прядку в волосах и немного изменили мейкап и, разумеется, аутфит. Но свой кошачий образ Торелли все равно не потеряла. И третья куколка – это Лорна Макнесси из серии Monster Exchange, то есть монстры по обмену. Стиль монстряшки определяется страной проживания. Лорна любит шотландскую клетку и шерстяные ткани, способные защитить ее от холода. Это очень веселая девочка на позитиве. У нее классные яркие волосы и куколка очень клевая. Ребята, смотрите следующее видео и вы узнаете подробные условия конкурса Giveaway от Billywix. К сожалению, посылка пуста и надеюсь, вам понравились мои новинки. Пишите в комментарии обзор на кого вы хотели бы увидеть в скором времени. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал Billywix. Ставьте ваши лайки, следите за новостями ВКонтакте и Инстаграме, ссылка в описании. Be cool and crazy. Пока-пока!